Несчастный случай в боксе транспортной компании. Механика раздавила грузовиком в одном из гаражей в металлургическом районе. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что это несчастный случай. По предварительной версии, мужчина чинил большой груз, когда машина внезапно начала двигаться. В итоге челябинца придавило между верстаком и передним бампером самосвала. От полученных травм он скончался на месте. Коллеги погибшего рабочего вызвали ГИБДД. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование ЧП. Возможно, кто-то просто не поставил грузовик на ручной тормоз.